Я расскажу вам сейчас довольно неожиданный метод, которым многие из этих задач могут быть решены. На самом деле, конечно, некоторые можно решить просто, что называется, посмотрев и догадавшись. Но есть метод, который позволяет многие задачи разрезания пополам решать, что называется, не догадкой, а некоторой такой вполне себе разумной процедурой. Давайте я начну, скажем, с этой картинки. Начну с этой картинки. Ребята, сначала идея. Если у вас есть какая-то фигура, которая каким-то там способом разрезана на две конкурентные части, то площадь одной половинки, такая же, как площадь второй. Это верно, это очевидно. Но есть и другое замечание. Периметр одной половинки такой же, как периметр другой. А что это значит? Это значит, что если я возьму длину вот этой линии и прибавлю их, то это будет то же самое, что длина той же самой линии плюс это. Проще говоря, если идти вот так по границе, и если идти так, вы должны пройти один и тот же. Я прохожу вдоль границы и пишу числа. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ребята, получилось 20 отрезочек, 20 точек, да, до границы. 20 пополам – это 10. Значит, если я собираюсь резать пополам, то вот эту точку я должен буду соединять с этой. А давайте-ка я сделаю так. Я проставлю номера здесь, уберу единички. То есть, когда бы я убрал единички, ясно, что надо соединять восьмую с восьмой. Вот вместо 20 я напишу 10, 10, 10 и так далее. А вот теперь такая идея. Если я режу только по сторонам клеточек, то из единички никакой разрез выйти вообще не может. Значит, я эту цифру вообще стираю. Хорошо. Из двойки может, из четверки не может. Отсюда. Значит, я эту четверку стираю. Из пятерки не может. Значит, я стираю. Из шестерки не может. Давайте посмотрим. Оказывается, вариантов-то не так много. Из девятки вот не может. Тоже видно, да? Хорошо. Из восьмерки и семерки. Из семерки не может, потому что отсюда действительно невозможно. Из восьмерки не может. Из тройки? А почему из тройки? Из тройки, наверное, может. Из тройки как раз может. Из двойки, в принципе, может. Ребята, получается, что у меня осталось сколько случаев? Три. Ну, на самом деле, не три. Потому что здесь можно или так, или так, и здесь можно резать или так, или так. Это уже четыре случая. Здесь действительно однозначно, здесь всего получается 6 случаев. Ну, если бы я решал, если бы я сейчас сам решал, то я, конечно, сделал бы так. Я бы просто нарисовал 6 таких картинок, и на каждой из них сделал бы соответствующее построение. Вот. Но решаю я не сейчас. И поэтому давайте так, скажем, пусть из двойки выходит. Пусть выходит из двойки. Давайте думать, что тогда у нас будет. А очень просто. Я прохожу и говорю, что у меня есть, что называется, левая половина и правая половина. Ставлю вот здесь вот раз, клеточка. Понимаете, надо перейти, поэтому обязательно 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это в обязательном порядке входит в левую половину. Теперь правая половина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Замечательно.
осталось две клетки, поскольку у меня и плюсиков, и минусиков поровну, то на самом деле надо либо сюда написать плюс, сюда минус, либо наоборот сюда. Ну давайте так, я поставлю сначала сюда плюсик, сюда минусик, а потом поменяю. Так, ребята, смотрим. Вот эта фигура. Вот у нее есть 4 клетки подряд, да? А фигура из минусиков. Есть у нее где-нибудь 4 клетки подряд? Нет. Значит, эта картинка принципиально невозможна. Значит, я должен на самом деле сюда написать минус, а сюда я должен написать плюс. Так, теперь смотрим, что у нас. Одна клетка, 3, 2, 2. Так, вот такого квадратика у этой фигуры просто нет. Есть, но в конце, в середине. Не в том месте, где нужно, да? То есть у нас, я не знаю, как это объяснять. А вот формальное объяснение такое. 4 клетки подряд есть только в одном месте у плюсиков и только в одном месте есть у минусиков. Но при этом у минусиков от границы идут 3 клетки, а у плюсиков от граничной точки 3 клетки не идут. В общем, все, это разные фигуры. Что значит это? Это значит, что я стираю двойку. Больше уже такая ситуация невозможна. Вот этот разрез тоже, значит, оказался неправильным. И теперь я перехожу к тройке. То же самое. Тоже, ребята, вы можете сказать, что это скучно. Но на это я отвечу вам словами Леонарда Эйлера. Леонард Эйлер объяснял, что наука должна то, что раньше было доступно только самым каким-то ловким, самым умным, каким-то выдающимся людям, делать доступным для всех. Дело в том, что, наверное, кто-то из вас просто посмотрел на эту картинку и уже знает отрезание. Конечно, у кого-то так голова устроена, что он все увидел. Но наша цель – научиться, чтобы все это умели, чтобы была некоторая процедура, может быть, скучная, но которая позволяет, может быть, затратить какое-то время, но решить. Ребят, это так же, как в твое время не было электричества, и нужно было придумывать какие-то хитрые приемы. А сейчас даже самый маленький ребенок нажимает на выключатель, и ему светло. Да? Вот здесь то же самое. Я вам рассказываю некоторый такой, честное слово, несложный прием. Так, разумеется, все плюсики я должен быстро убрать. И сейчас буду все плюсики-минусики. И сейчас буду заново писать. Итак, предположим, что разрез вот такой. Тогда опять есть у нас правая половина, в обязательном порядке проходим, ставим плюсы. Есть в обязательном порядке вот это вот на левой половине. Теперь, если будет здесь 4 подряд плюсика, то возникнет проблема с тем, что у минусов этого нет. Значит, здесь минус, здесь плюс. Да. Интересно, это получилось или нет. То есть, смотрите, на самом деле вот это вот квадрат с торчащими клеточками. А здесь квадрат, но клетки по-другому. Нет, видно, что не получилось. Проще объяснить. Ребята, вот здесь вот, смотрите, 3, 3 и сюда клеточка. От квадратика 2 на 2, в первый уходит 3 уха, во второй 2. Ну да, например, так. В общем, все, не получилось. Так ничего страшного. Это мы всего лишь разобрали случай троек. Теперь с десятками. Теперь давайте разбираться с десятками. Вот здесь, к сожалению, вариантов больше. Здесь вариантов больше. Почему? Потому что я могу идти сюда, могу сюда. И здесь то же самое. Могу идти сюда, могу идти сюда. Но давайте я сначала вот так условно нарисую и туда, и туда. И в любом из этих случаев будет такая ситуация. В любом случае в правой половине будут вот эти вот клетки. И в любом случае в левой половине будут вот эти клетки.
раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Теперь надо разобраться с вот этим центром. Как там устроить систему разрезания? Картинка единственная из-за того, что четыре клетки можно единственным образом наложить. Нет, почему единственным? Мне нужно их разрезать на две и две. У верхней фигуры уже есть четыре клетки. Что-что? У верхней фигуры уже есть четыре клетки. У верхней фигуры есть четыре клетки вдоль? Вдоль. Да, есть. Четыре минуса подряд уже есть. А, значит, здесь должны быть четыре плюса подряд. Ура! Значит, здесь я ставлю 4 плюса, автоматически здесь минусы. Замечательно. Ребята, все, победа. Победа. Пожалуйста, нарисуйте все себе вот эту штуку. Вот она, наша линия разрезания. Заметьте, она получилась довольно хитрой. Линия разрезания получилась довольно хитрой. Я обведу одну половинку. И теперь мы должны понять следующее. Каким преобразованием минусики переходят в плюсики? Кто помнит с прошлого занятия, как называется такое перемещение, кто может его показать на доске? Чтобы из минусиков получить плюсики, надо... Не надо ничего рисовать. Надо назвать это перемещение. Как называется это перемещение? На прошлом, ну оно было не на прошлой неделе, но на прошлом занятии, посвященном этой теме, у нас с вами были параллельные переносы, повороты, были скользящие симметрии. Если это поворот, надо показать центр и вектор поворота. Если это перенос, надо показать вектор поворота. Скажи. Относительно какой прямой? У скользящей симметрии есть ось и есть вектор. И прямая, относительно которой вы будете делать отражение. Покажите прямую. Прямую показывают двумя точками. Не надо. Вот эта ось. Отлично. А сдвигать будете на сколько? На одну клетку. На одну клетку вниз. Спасибо. Правильно. Это правильное решение. Вот такая. Вот она, вертикальная такая прямая. А сдвиг на одну клетку, вектор переноса.